Что может быть лучше чтения? Как приобщить к этому увлекательному занятию школьников? В Первом лицее нашли новые формы работы. Здесь, в Международный день школьных библиотек, была открыта первая в учреждениях образования Славянского района книжная аллея. Стеллажи для книг и удобные скамейки – вот почти все, что понадобилось для организации книжной аллеи. Благодаря успешно проведенной акции «Подари книгу школе» полки наполнились хорошими изданиями. Их принесли сами учащиеся. Теперь в свободном доступе «Только руку протяни» есть популярная художественная литература. Читают все меньше и меньше. А нам хочется приобщить их к книге, научить их читать, чтобы они любили книгу, знали книгу, понимали книгу. Потому что мы все знаем, еще Максим Горький говорил, что всему лучшему в себе я обязан книгам. И мы хотим, чтобы наши дети не только знания обретали, но были добрыми, человечными и душевными людьми. И очень надеемся, что книга в этом поможет. Открытие книжной аллеи стало настоящим праздником. Школьники читали стихи для собравшихся, а веселый Буратино принес золотой ключик от двери в сказочную страну книг и знаний. Представители школьных библиотек района уже побывали здесь. Передовой опыт первого лицея они взяли на вооружение. Значит, вскоре книга в районных школах станет еще ближе к учащимся. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, Константин Монастыренко. Программа «События».